чаем. День катастрофы и героизма европейского еврейства. В этот день люди всего мира вспоминают трагические события, которые потрясли весь мир жестокостью, уничтожением 6 миллионов евреев, мужчин, женщин, детей, погибших в катастрофе. Холокост стал самой страшной трагедией за всю историю еврейского народа. Слово предоставляется председателю еврейской религиозной общины Фрейд Роману Исааковичу Ледеру. Уважаемые друзья, 19 апреля 1943 года, как уже сказали, 28 Нисана по еврейскому календарю, немецкие части, применяя артиллерию и бронетехнику, начали планомерное разрушение варшавского гетто и уничтожение его жителей. В течение 5 недель защитники гетто оказывали героическое сопротивление превосходящим силам врага. 16 мая 1943 года ликвидация варшавского гетто завершилась.